Да. Поснимай пока здесь. Так, ребята, у нас мы будем делать с Ясей шницели. Ну, и смотрите, какие их мешают. Вот и делаем мы его, эти, вот, а эти теперь шницели, они уже большие. Их, делаем мы их из куриного филе. Вот. Вот такие вот филешки. Дай. Покажи, Ясю. Филешка. То есть филешка та, которая вот эта внутренняя часть в куриной грудке, да? Все поняли? Вот. Делаем мы соус. Соус у нас. Берете, подожди, на, забирай. Ложи. Кокетки ты, да? Да, кокетки пальцы. Давай, теперь последний кусочек. Соус у нас, ребят. Вот видите, я мешаю. Записывайте. Чтобы вы понимали, это шницели самые вкусные в Помните, мире. Помните, как мы вам показывали, там были шницели, что они похожи, ну, как на курицу, на фон. Это похоже на курицу, просто с полосками, да? Да. Записывайте. На соус, на полкило филе, вот такого куриного. Я делаю вот. Блинчики. Все, Яся, тихо, я рассказываю. На полкило куриного филе вам понадобится одно яйцо, разболтать его с водичкой, немножко капельку водички разболтать его. Туда хорошую ложку такую дижонской горчицы, вот этой вот целенькой, кругляшками, которая. Вот. Потом немножко соли. Вот. Яска, хватит. Потом немножко соли, немножко куркум, немножко паприки, перец черный молотый и лимон. Пол лимона, ну как минимум, я почти два выдавливаю. Вот. Вот. И все это вот так вот вы оставляете мяско в этом соусе. А потом надо их покрутить. Ну, это я искать себятина уже делает от себятину, что их надо покрутить. Ну, это если у вас нечем вам заняться, у вас есть время, вы можете стоять их и крутить, как Яська. Вот. Остатки... А только аккуратно, то сейчас у вас ну, рыба скатится. Только, ребятки, оставляем скатит это все. Рыба. Так, Яся. Скатит. Оставляем мяско вот в этой вот жиже. Внутри. Вот, оставляем а на мешаем. Пару часов. Подожди, Ясмин, секунду. Да. Оставляем на пару часов. Вот. Потом в панировочные сухари все это дело и в глубоком масле жарим, вот, в раскаленном, то есть да наливаем нормально пушу. Так масло в сковородку. И теперь это дело остается здесь вот еще на часа два как минимум, то есть как бы по-хорошему часа четыре надо, вот. Но можно как бы час-два, достаточно вот вкус прям проявляется. Очень-очень вкусные, самые вкусные в мире шницеля. Вот так вот, пупсики. Да. Так что скоро увидимся. Ребят, рецепт у меня этот от моей клиентки. Она триполитает, как правильно на русском сказать? Триполитан, триполитании, как она называется правильно? Триполитанка, ну, как-то так, в общем. Это ее вот семейный рецепт. Шницелей. Я жду клиентку, сейчас должна прийти вон, через 15 минут, как раз я с ней закончу работу, и потом буду жарить шницеля. К шницелям мы варим рис обычно, вот, какой-нибудь салатик делаем, аккуратно, если не ходи. Нет, не говори, что меня не знали. А, что, типа это не ты, да? Да. Хорошо. Вот, делаем салатик какой-нибудь, скорее всего, авокадо. У меня оператор новый. Ну нет, не говори, я что. Я не говорю, кто мой оператор. Прямо и так, и сяк, и внизу, и сверху, и снизу. Вот, я прямо растерялась и вся. Прям не знаю, как мне тут сесть. Я привыкла вот так разговаривать. Вот. Короче, ребят, шницели попробуйте, очень крутые они. Теперь пока что мы только их готовим. Ну, как бы раз в неделю это точно. Еще у меня есть классный рецепт соломона. Вот, тоже от нее же. Но я его еще не пробовала, поэтому, когда я его попробую, вот, я вам с ним, в общем, поделюсь. Ну и что еще? Так-то у нас все хорошо. Яська, как у тебя дела?
Хорошо. Хорошо? Да. Сегодня шницель очка, ребят, пожарила уже без вас. Ну и рис у нас варится. Bottle of wine will get me every time. But a phone call away and you're ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. Ребята, знаете, что я выпал зуб? Покажи. Йо, в садике у Яськи выпал зуб. Класс. Идем, идем. Пупсик, идем. Почему-то поливайки тут стали включаться прямо в жару. Обычно их рано утром включают. Но, видимо, они тут не работали какое-то время, вон погорела вся трава. Господи, Марс нажрался котлет, ему там в садике тоже дети не доедают. Вот. Ему там воспитатели оставляют в тарелке. И обычно как бы там, ну, немножко, не так много. А сегодня прямо там, блин, тарелище такое было. Марс нажрался котлет. Ой, вовой, чтобы живот у него только не болел теперь. Такие дела, ребятки. Марс был. Бо, Марс был. Бо, байта, бо. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Both of us lost in this ugly light. Right here, all that matters is you. Покажи зубик. Mistake playing on repeat.